наша работа, с каким количеством людей. Если мы имели 23 забойщика, а сейчас их работаем 10. Это, конечно, вам подумать так, что очень тяжело. 23 работы, а сейчас 5. Нам никакой тяжелости нету. А наоборот, я получаю себе облегчение. Это очень большое облегчение. Теперь что же мы получаем от этой работы? Если мы раньше сдавали, заработок у нас составлял, лично у меня был, 450 рублей. А в настоящее время зарабатываем, вот мы на своей шахте и даже по другим шахтам, до 2000 рублей зарабатываем с собой. Товарищи, мне хочется сказать, как я работаю на фабрике у себя в Егорьевске. У меня производственный стаж 22 года. Я работаю с 15 лет на станках и 3 года работала в подростках у наших капиталистов. Иногда получала подзатыльник в фабрике. Сейчас, товарищи, я в нашем правительстве стою на трибуне и говорю открыто перед нашим центральным комитетом партии. Товарищи! Мне доверила партия руководить беспартийной массой и партийной. Я работаю парторгом у себя на участке. Мало того, что я первая зачинщица виноградовского движения, подхватил инициативу Дуси Виноградовой. Она мою фамилию тут же указывала, когда только перешла на уплотненную работу, вызывала меня. Я приняла ее вызов, включилась в это дело. И сейчас за собой весь участок повела... Ну, платим на работу. Товарищи, задача наша была не только обеспечить высокую скорость, но в то же время обязательно работать без аварий. То есть дать не только количество километров, а качество. Транспорт сейчас много двинулся вперед, имеет много побед. Но эти победы, они еще не все. Это только есть, хотя, правда, мы сделали очень много, но это много есть только... Для всего нашего транспорта только начало. Товарищи, когда я раньше зарабатывала 7-8 рублей, тогда я стала зарабатывать 70 и 100 рублей и дошла до 175 рублей за 7 часов. Товарищи, я раньше выполняла план на 110, на 120, а сейчас стала выполнять на 500%. Товарищи, проверьте все до одного. Рассмотрите свое хозяйство. Каждый винтик, каждый болтик. Полюбите тело. Все свои силы, вы лучшие люди. Кому мы... Мы обязаны тебе, великий мой партии, товарищ Сталин. Это гордость нашей страны. Товарищи, разрешите нам, железнодорожникам, мне лично заверить, что эту зиму ни одной десятой минуты я не повышу постойные элементы. Это слава большевика. Даю я штабу нашему мировой пролетарской революции. Да здравствует Ленинский центральный комитет партии! Да здравствует наш великий, родной, любимый Сталин! Да здравствует наш любимый железный полководец Лазарь Моисеевич Каганович! Мы клянемся открыть семафор нашему политбюро новой пролетарской революции. Вперед к новым победам!
Я бы хотела...